На заседании в Брюсселе главами Министерства иностранных дел стран-членов Евросоюза было принято решение о направлении в Украину полицейской миссии. Она будет действовать в рамках совместной политики обороны и безопасности ЕС. По данным пресс-службы Совета Евросоюза, речь идет об отправке специальной консультативной миссии по вопросам реформ сектора общественной безопасности, а также о переговорах с Украиной о статусе этой миссии. Миссия будет состоять из гражданских представителей полиции и судебной системы. Отмечается, что штаб-квартира миссии будет размещаться в Киеве.